О. Там увидишь справа табличку будет, прям ты В дежурную часть управления МВД России по городу Новороссийску поступило сразу несколько сообщений от местных жителей о краже строительных материалов и инструментов с территории строящихся домовладений. В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двоих местных жителей и одного приезжего из соседней республики. В ходе следствия установлено, что злоумышленники тщательно готовились к совершению каждого преступления. Они проникали в домовладение путем взлома входной двери, либо через открытое окно. В настоящее время они взяты под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.